Всем привет, дорогие зрители! В известном проекте Торос я нашел большую трехкомнатную квартиру, пустую, по очень хорошей цене. Видовая, вид на крепость Алания, вид на горы, вид на море, также там было видно море. И вот в этой стороне у нас вид на море с этого балкона. А также с другого балкона есть вид на горы и на море. Средний этаж, как 10-й. Тут есть вся инфраструктура. Большие бассейны, крытый бассейн. Айдат в этом проекте 350 лир в месяц. Летом я снимал тут, у меня была хорошая квартирка, которую купили. Итак, быстренько сниму квартиру. Тут 160 квадратных метров у нас вся квартира. Итак. Спальня жилая как минимум 17-18 квадратных метров. Пока что с этой стороны. Сторона здесь западная, а та сторона у нас будет восточная. Тут у нас санузел хозяйской спальни, мраморная мойка. Так. Большая прихожая, я сюда еще вернусь. Вот как минимум 16-15 квадратных метров жилых, может быть и больше, не смог отмерить. Две большие спальни, и вы сейчас увидите. Здесь у нас прихожая. Вот сюда устанавливается шкафчик. Тут у нас коридор. На этаже у нас две квартиры, лифт. Снимаю. Уже темновато стало. Так, срочная продажа. Это у нас кладовка, проточно-нагреватель фирмы Siemens. И здесь у нас большой санузел, главный санузел этой квартиры. Угу. Нигде ничего не протекло. И вот огромная гостиная комната, совмещенная с кухней. Так что быстро звоните, не теряйте время, квартира быстро раскупаются. Отдельная кухня. Нужно обставить ее. Как минимум обойдется 3000 евро. Как минимум. Потому что квартира большая. Сайт я вам показывал. Можете посмотреть ролик на сайте, на канале у нас там. Как заказывать с интернета. Можете просмотреть. Комментируйте, ставьте лайки. И второй у нас огромный балкон. Вот. Вот такой вид у нас. Под этим зданием хамам, сауна. В той стороне крытый бассейн. Под этим зданием фитнес, теннисный корт, баскетбольная площадка, там детская игровая зона. Три больших бассейна. И с трех сторон вход. Там сеть магазинов BIM, А101. Расстояние отсюда до моря 1500-1600 метров максимум. 15-17-18 минут в пешей ходьбе. Все зависит от вашего темпа. Тут у нас прямой вход. Вот машина останавливается, входите. Пандуса в здании в этом блоке нету, в других блоках с пандусом везде. Также покажу блок, спущусь вниз, ролик не закрываем, вот такой вид также на горы, но там где-то закроется, потому что строится вот этот проект, но здесь кусочек вид на гор и вершина останется. А тут уже вид на море у вас постоянно будет. Дорогие зрители, квартира, цена 90 500 евро, есть маленький торг, вы поняли, 500 евро, но если что, еще могу обсудить насчет цены. Большого торга нету, не ждите. Если есть торг, я в своих роликах говорю, есть торг.
Жду вашего звонка. Плюс 90-555-064-91-10. С вами был Агасий, Солнечная Алания, район Махмутлар. Всем желаю радости, добра, здоровья, благополучия. Побольше денежек. Кстати, новые правила в ТАПУ кадастра. Я уже в ролике выложил. Если в ТАПУ указано 100 тысяч лир, то вы должны на 100 тысяч лир или 120 тысяч лир поменять иностранную валюту, открыть расчетный счет в банке. Допустим, это государственный банк, одна из Халкбанк, Зираат КТЛН. Пока что вот эти мы поняли, потому что с 24 января я первый узнал о этой теме. Сюжет снял на канале. В 6 дней ждали. Вот 1 февраля вышел конкретно вот этот закон. Вот сегодня мы с другом пошли, оформили расчетный счет в Зираат Катылыме. Два банка есть, Зираат и просто Зираат Катылым. Не путайте их, разные банки. Они открывают расчетный счет, вам надо регистрировать ИНН номер в налоговой инспекции в онлайне и паспорт взять, загранпаспорт. Они открывают счет, ставят эти деньги туда, там 2-3 часа процесс занимает, очередь большая, народ туда рванул. Блокируют ваш счет, как бы вы меняете в лиры, день, 2-3 дня эти лиры должны там оставаться, а потом, не знаю, можете сделать SWIFT перевод FT в другой банк, там поменять обратно в иностранную валюту, минус будет, но следить за обменом валют, вот так как валюта играет вверх-вниз. Или же обсудить с хозяином, что одну часть вы оплачиваете в лирах, 20% стоимости квартиры, остальное наличными в иностранной валюте или же снова в лирах. Вот такое у нас правило. И в ТАПУ поменяли главного чиновника. Сегодня у нас, я уже дату забываю, 2 февраля. Как бы 2 февраля, и чиновник ввел новые правила. Инспектора и такипчи, которые вели, то есть весь процесс, следили за документами, подавали. Сейчас вот мы пошли, подавали там, сказали, что пришел хозяин, который продает квартиру, или же покупатель. Лично он должен там присутствовать, подавать документы. И после вот этого дня каждый покупатель или хозяин, который продает, должен идти в ТАПУ кадастра с паспортом, показать, что он хозяин или покупатель, и предоставить им то, что они подавали заявку. Там есть номер вашего румарасы, и они будут смотреть и вам скажут, что процесс еще длится. Займет 2-3 дня, не знаю, может быть, процесс уже в ТАПУ ускорится, а то порой 7 дней, порой 2 недели, у кого-то 3 недели, у кого-то месяцами там длилось это оформление с лета месяца. Ну, дай Бог все с этой темой устаканится. Посмотрим, новый чиновник чего добьется. Не закрываем ролик, смотрим до конца. Итак, дорогие зрители, вот я вышел из лифта, вот такой лифт. У них сегодня 4 человека. Вот. Прямой выход. В других блоках везде есть пандус, лесенки, нужно подниматься. А здесь вот прямо вышел и уклон наверх. А также можете спуститься вниз. Здесь дверь закрыли они. О, здание. Проект был сдан в 2007 году, 14 лет где-то проекту, 2008. Вот здесь у нас вход, открытая парковка и вся инфраструктура, огромная территория. Кого интересует, на месте все мы можем показать. Так, все, дорогие зрители, звоните, жду звоночка. Пока-пока.